Всем привет, доброе утро, 16 сентября, у нас 9:30 утра, у нас хмурое небо, ночью прошел дождик, пишет сейчас 18 градусов, ну чувствуется, что свежо, не холодно, конечно, но свежо. Так что такое вот начало дня, не знаю, возможно, дождь еще сегодня нас посетит, но так вроде не должен. Время 10 вечера, у нас совсем-совсем уже темно, даже не различить на небе, но небо у нас практически чистое, 19 градусов, подувает свежий ветерочек, не холодно, но свежо. Пишите, какая погода у вас, не забывайте подписываться на канал, и всем пока, увидимся в следующем видео, пока-пока!